Сегодня будем готовить маринад для копчения курицы. Для этого нам понадобится сама курица, которая у нас килограмм 962 грамма. Маринада нам прям понадобится. Курица, да? Маринада нам понадобится из расчета 1 килограмм. Вот так. Курочка у нас. Почти 2 килограмма, да? Да, курица у нас свободного выгула. Какая красивая. Курицу мы избавим от лишнего, так сказать, мяса, не мяса, шкуры, потому что лишняя шкура нам не понадобится. Ну и, разумеется, курицу надо будет помыть, потому что лишняя шкура нам ни к чему, и лишние ноги нам тоже не понадобятся, так что мы их уберем. Все, убираем, убираем лишнюю шкуру. Лишнюю шкуру собаке или коту. Да, собака, иди сюда. Иди сюда, тебе дам, отдам шкурку. Держи. Молодец, кушай. Бери. Все, курицу мы помоем, разрежем пополам и замаринуем. Ну вот, курица вот, готова? В смысле, подготовлена, ну, курица, можно ее мариновать целой. Но я люблю ее разрезать, так она пропитывается более, как сказать, основательно, что ли. Все, разрезаем курицу пополам. Все, курица у нас готова к маринаду. Для маринада нам надо... Маринад у нас готовится. Так, маринад у нас вот варится, да? Да, для маринада, исходя из килограмма продукта, на литр воды. Соль по вкусу, сахар по вкусу, черный перец, душистый перец, лавровый лист. Доводим до кипения, остужаем и маринуем курицу. Угу. Сейчас у нас времени час дня почти. 4 часа нам будет достаточно, чтобы она промариновалась. Ну и потом будем коптить. Все. Потом вот покажем вам, да. Курица. Ты будешь сейчас опускать сюда? Или что? Нет, остудить, а потом ее мариновать в этом рассольчике. А, ну ты покажешь, в общем. Да. Хорошо. Так что сейчас маринад у нас сварится, да, и будем продолжать дальше. Теперь просто берем нашу вымытую высушенную курочку и укладываем ее в маринад. Если вам не будет хватать маринада, чтобы ее накрыть, хотя тут хватает. Еще можно будет чуть-чуть притрамбовать, впитается. Все, убираем на 4-5 часов и будем готовить потом. Все, потом будем покажем. Курицу на как это, грель? Что это? Только на левую сторону. Угли справа, видишь, у меня греются. А мясо ложу на другую сторону. Будет а дальше? Просто дымом будет ее. И вон наверху кладу еще. Ну, все. Сейчас будем делать 2,5 часа. Вот такими вот коптить будем. Щепой. Который реально пахнет виски. А ну да, вот написано виски барл, смокинг чипс. Реально да, пахнет. Мы понюхали, пахнет виски. Значит, курочка будет пахнуть виски. Да. Просто поверх огня. А тут температуру надо смотреть, да, сколько-то? Ну, температура мне здесь слишком сильно не важна, потому что у меня весь жар здесь, но он выходит в эту сторону. Вот, в этой стороне весь жар. Потому что здесь у меня закрыто, тут вытяжка открыта, нижняя. Ясненько. Ну вот теперь, значит, будем ждать 2 часа, да? Ну что, прошло у нас время 25 минут. Температура у нас поднялась до 250 градусов. Вот если открыть, посмотреть, у нас курочка становится вот такого приятного цвета, красивого. Верхний ряд уже можно будет снять. И вот эти две маленькие. Остальное закрываем. Опа! Все. Ждем дальше. Еще час. Молодцы. Сейчас у меня опыт. Все. Прошло у нас 2 часа. Вот такая получилась у нас курица. Копченая. Ой, ее даже не поднять, красота. Она разваливается. Сейчас ее возьму. Сейчас будем уже на тело на тарелке. Держи его, держи. Давай. Да?
Артурик, тише. Все, готово. Все, сдвигаем. А вот здесь у нас картошка. Там еще перцы на столе. Перцы готовы. Все, идем ужинать. Вот такая вот штука получилась. Сейчас молодец. Она постоит полчаса. Да. И будем кушать.